Привет всем! На повестке дня, вернее, этого видео снова туника. Что-то меня в это лето туники посетили по полной. Это уже третье будет видео с туниками на моем канале. Поэтому, кому интересно, переходите на другие две тунички, которые я вязала. Все они разные. И этот тоже будет не такая, как те предыдущие две, но с таким же большими дырочками. Хочу добавить, что такой узор есть на моем канале. В предыдущем видео снимала узор, как вязать узор из арок. Вот такой вот. Он очень простой, смотрится интересненько, вяжется быстро и составляет всего ничего 4 ряда начальных, и продолжение идет из 2 рядов. Предыдущие были тунички сетками одинакового размера, подол у них был низ. А в этот раз я решила спереди сделать выше, а сзади пониже. Я связала как бы вперед спинку, чтобы не растягивать это все в видео. И просто в этом ролике я покажу, как я соединю вперед и спинку. Оно будет с разрезами, с небольшими такими, и расскажу первоначально, сколько чего я набирала и как, сколько я провязывала. Для спинки и для переда набирала одинаковое количество петель, как, так как эта модель будет вязаться по прямой, без всяких до пройм, она будет вязаться прямо без убавлений, без прибавлений, так как она простая, можно на футболку одевать и спокойно носить, на маечку, на топ, на футболку, под джинсы, под юбку. Она будет вниз, спинка будет чуть ниже, закрывать сзади где-то до середины бедра, спереди повыше. Набирала я 122 воздушные петли, что на перед, что на спинку, вот начальная цепочка. В конечном итоге я буду обвязывать вместе с разрезами, буду делать, покажу это обязательно. 122 петельки воздушных я набирала и на спинку, и на перед. Вязала по схеме, схема есть и в группе в ВК, и здесь, по-моему, не помню, выкладывалась. Но в основном есть в группе в ВК, переходите, если интересно, посмотрите там. Что еще? Схема простая. Вяжется до раппорта и заканчивается после раппорта. Середина вяжется одинаково, как бы. На спинку я провязала, если считать по вот этим арочкам, то я их провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 арочек я провязала, именно которые идут со столбиками знаки, да, я считала, которые после этого идут, я не просчитывала. Именно по вот этим арочкам считала. 12, а наперед я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6 всего лишь. Ну, по желанию еще хочу сказать, что эту модель можно связать и платьем. Если кто любит носить платье с подкладом, эту модель можно связать по прямой платьем обычным. Одеть подклад и связать ту длину, которую вам удобно, которую вам интересно. Также можно ее по-разному, это как бы классический вариант, по-разному можно ее делать. Можно связать прямой с одинаковым передом, можно также приподнять немного спереди, связать спинку подлиннее. Много вариантов. Единственное, эта туника у меня будет вязаться без рукавов, с глубоким декольте спереди. Ну, в принципе, сзади там чуть-чуть на один ряд, может, вот этой арочки вот поднимется вверх спинка, горловина спинки поднимется на один ряд. Так, в принципе, и спинка будет глубокая. Без рукавов, с небольшими проймами. Итак, в принципе, все, что я хотела, я рассказала. Теперь я покажу. Вот я вязала с двух клубков, чтобы не обрывать нить ни с первого, ни со второго. Я вязала с двух клубков. Здесь я, когда буду соединять, я, естественно, один клубок
обрежу низ от одного клубка, просто при соединении я их уберу. Сейчас покажу, что у меня получается. У меня идут две такие арочки, и посередине мне надо, естественно, соединить их вот такой. То, что она будет в разрыве, нет, она в разрыве не будет. У меня она будет очень даже хорошо смотреться. Единственное, сейчас не перепутать нитки, сейчас беру. Я буду продолжать вязать, например, с вот этого клубка переда, который идет у меня, так как у меня спинка, нитка здесь же заканчивается, а я уже буду соединять и как бы начинать ряд. И начало ряда я буду здесь же начинать и заканчивать в этом разрезе. Ну и вязать я, естественно, уже начну с вот этого спереда. Вязать буду по кругу, без швов, чтобы было. Единственное, вот сейчас надо разобраться, как делать. Так, распущу сейчас. Одну петельку сниму. Так, вот у меня недовязанный получается мой раппорт. Мне надо в этом раппорте соединить середину и пойти уже на подъем выше. Как мы будем делать? Соединить мне нужно вот в этом проеме. То есть, если брать вот этот хвостик, получается, здесь у меня уже соединено середина. Значит, вот эти три воздушные петли я соединяю именно с вот этим вот, тем, что я соединяла вперед от первого ряда, когда провязывала спинку, когда сюда я его и соединю прям в серединку петельки. Вот я ее подняла и соединять я также буду просто обычной соединительной. Ой, не так схватила, простите. Не соединять буду вот с эту подхвачу, которую мне нужно соединить, и сюда же нитка у меня за работой находится полностью. Я подхватываю нитку и протягиваю через все петельки, которые у меня есть на крючке. Вот я подхватила этот хвостик, у меня висит, я его обрежу и спрячу ниточку. Теперь по идее мне нужно провязать вот эти три петельки, но мне они как бы не нужны. Мне нужно, чтобы здесь в следующем ряду был обычная арка, в этом же ряду. Я поднимаюсь обычными соединительными столбиками по этим трем петелькам. Вот, вот мой разрез. Сейчас я уберу хвостик. Он соединился. Нету широкого разреза, как бы квадратного. И теперь я поднимаюсь аж до первой вот этой арочки. Также соединительными петельками. Просто не провязывая, а вот так цепляясь. Вот я дошла, теперь я провязываю 5 воздушных петель, как идет все по схеме, и вяжу далее. В этой стороне у меня 6 воздушных петель, над столбиками у меня 5 воздушных петель. Вот первый у меня есть, и так вяжем. И так до следующего разреза. Я сейчас довяжу и покажу. Вот так я вам покажу, как у меня получилось уже с началом следующего ряда при соединении. Не видно ничего, и сейчас оно соединится вот так вот, и уже не будет заметно далее. И так вяжем до следующего разреза нашего. Итак, я дошла
до нашего последнего, ой, до следующего разреза. Вот наши такие вот. Вот здесь надо бы соединить. Я его не буду соединять сейчас в процессе вязания, хотя маленький лайфхак можно бы и сделать. По идее, у меня сейчас идет 5 воздушных петель соединяются с вот этой арочкой, но мне каким-то образом нужно соединить и вот эти две арочки. Я провязываю 2 воздушных петли, столбик с накидом, провязывать буду вот, цепляя вот эти две арки, но их надо цепить в цепочечку, чтобы они не ерзались. В начале цепочки и провязываю вытаскиваю нитку и провязываю обычный столбик с накидом. Вот он у меня поднялся, вяжу 2 воздушных петли и соединяю с аркой. Следующий ряд, в следующем ряду я должна буду соединить с вот этой центральной петлей вот таким перехватом, вот этим вот. Вот этот столбик, поверьте, не будет особо заметен, поэтому лучше так соединить. Или можно же также обычно провязать, оставив раскрытый, просто в процессе обвязывания разреза вдруг его можно просто прихватить сразу потом. Ну и можно так, кому как удобно. Ну и далее вяжем обычную по схеме, без всяких. Далее уже продолжать узор. Вот сейчас я покажу, как оно выглядит. Та сторона и это. Вот у нас эта сторона выглядит. Это изнаночная сторона. Еще не удалила вторую нитку. Вот так выглядит эта сторона. В принципе, особо разногласий в этих нету. Поэтому, как вам удобно, можете так соединить. Можно связать со швом, будет шов виден. А так как изделие легкое, особо не нуждающее в швах, желательно, конечно, связать без швов. Поэтому, если понравилось видео, ставьте лайки. Схема, переходите в ВК, в группу есть. Подписывайтесь в группу. Продолжение туники обязательно будет следующее. Вам покажу, как я выйду на проймы и на горловину в следующей части. А так, пока небольшое такое начало. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!